Мої вітання, глядачі. Сьогодні відбулося свято Водохреща. Отець Володимир, настоятель нашого храму Свято-Дмитрівського, відправив службу в шану сьогоднішнього свята. Тож, будь ласка, давайте передивимося, коментувати тут зайве. Отець Володимир це зробить за всіх нас краще. Коринфянам послание святого апостола Павла к членам. Помним. Братья, не хочу вас не видеть, як отцы наши все под облаком выше, и все сквозь море пройдоша, и все в Моисее крестишася, во облаце и в море, и все тожде брашно духовные ядоша, и все дожди пиво духовное пиша, и яхубо от духовного последующего камене, камень же пе Христос. Ждущий Духови Твоему, премудрость. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Глаз Господень на водах, Бог славы возриме, Господь на водах многие. Премудрость, прости, услышим святого Евангелия. Мир всем. От Марка святого Евангелия чтение. Он мир. Во время он, приди Иисус от Назарета Галилейского и крестися от Иоанна во Иордане. И обе восходя от воды, и видя разводящиеся небеса, и дух, як у голубь сходящий на нь, и глас бы с небесе, ты си сын мой возлюбленный, о нем же благоволит. О, Господи, слава Тебе. Миром Господу помолимся. Господи, и о спасении душ наших Господу помолимся. Помили всего мира, благостояние и сходы Божьей Церкви и соединение всех. Господу помолимся. Господи, помилуй. По святым храме всеми с верой и благоговением и страхом Божиим ходящих вонь. Господу помолимся. Господи, по великому Господине и Отце нашим, святейшим патриархе Кирилле, Господине и Отце нашим, блаженнейшем митрополите Ануфрии, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Евлогии, и о все его Христе, братья нашей. О богохранимой стране нашей, властях и воинстве я, Господу помолимся. Повести сей всяком граде стране и верую живущих в них, Господу помолимся. О благорастворении воздухов и изобилии плодов земных и временных и мирных, Господу помолимся. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении, Господу помолимся. О еже святитеся водам сим, силу и действие найтим Святого Духа, Господу помолимся. О еже снисходите на воды сия, очистительному присущественной Троице действу, Господу помолимся.
Поеже даровать сей благодати избавления, благословение Иорданову, силу и действом на этим Святого Духа, Господу помолимся. Поеже сокрушитесь о сатане под ногами нашим вскоре, и разоритесь всякому совету лукавому движимому наны, Господу помолимся. Якода Господь Бог измет нас от всякого навета искушения, сопротивника и достойный соделает, обещанных благ Его, Господу помолимся. Поеже просветитесь нам просвещением разума и благочестие на этим Святого Духа, Господу помолимся. Поеже если спаснати Господу Богу благословение, Иорданову Господу помолимся. Поеже быть в Одессе освящение дару грехом избавления, во исцеление души и тела, и на всякую пользу изрядную Господу помолимся. Поеже быть в Одессе скачущей в жизнь вечную, Господу помолимся. Поеже явитеся и сей отгнанию всяко навета видимых и невидимых врагов, Господу помолимся. Почерпнущих и емлющих ю во освящение домов, Господу помолимся. Поеже быть и сей в очищении души телес всем верою черплющим же и причащающимся от нее, Господу помолимся. Поеже сподобитесь нам, исполнитесь освящение вот сих причащением, невидимым явлением Святого Духа, Господу помолимся. Поеже услышите Господу Богу глаз, моление нас грешных, Господу помолимся. Избавитесь нам от всякой скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Престодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш, Христу Богу предадим. Господи Иисусе Христе, единородный Сын, и Сын, и Медный Кучи, истинный Божий, источник жизни и смерти всех, и свете, от света, душевный мир, еже простите, просветите, и глаза, и нашу мысль, святых, и духу, и нас, величество, благодарение тебе, приносящих, поеже от века дивных твоих великодействий, поеже в последние веки спасительным преисподрением, нем же в наши немощные нищие обнищал, одеемся смешение и работным мером смешедой, и же всех царю, вещающей рабской рукою, во Иордане креститесь, а претерпелыси, да в одно естество, и святи безгрешни, пути сотворивши нам, еже водою духом, по перерождению первому нас устроивши, освобождение Его же, божественного таинства, вспоминания празднующей, молимся тебе, владыка, чины крепче, по воскропи, на ныне достойно рабы Твоя, по божественному Твоему обещанию, воду чистую Твоего благоутробе дар, во еже над водою, сею прошение нас грешных, благоприятно дети, Твоей благодати и благословению Твоему ей нам же и всем верным людям Твоим даровайтесь от славы святого поклоняемого Твоего имени. Яко подобает ими всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым и благим животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков. Велись, Господи, чудо дела Твои, не едино же слово довольно будет менее чудес Твои. Велись, Господи, чудо дела Твои, не едино же слово довольно будет пению чудес Твоих. Велись, Господи, чудо дела Твои, и не едино же слово довольно будет пению чудес Твоих. Ибо хотением от несущих Твоих же быть и приведи всяческое Твоей державу и содержащей тварь, Твоим промыслом строящий мир, Ты от четырех стихий тварь сочинив и четырьми временных круглета венчалыси, Тебе трепещут умные все силы, Тебе поет солнце, Тебе славит луна, Тебе присутствуют звезды, Тебе слушает свет, Тебе трепещут бездны, Тебе работают источницы, Ты простерлись и небо, яку кожу, Ты утвердилась и землю на водах, Ты оградилась и море песком, Ты код дыхания воздух пронял еси, ангельские силы, Тебе служат арганги стелицы, Тебе кланяются много чети, херувимы шестокрылатые, серафимы окрестоящие, и облетающие страхом неприступные славы Твои покрываются, ибо Бог Сын неописанный, безначальный, же неизглагонанный, пришел и си на землю зрак раба прием, подобие человечеством был, и потерпел и си, владыка, милосердия ради, милости Твоей зрите от дьявола мучима,
рода человечина, пришелся и спасись и нас, исповедай благодать, проповедай милости Твоей, благодеяние естества нашего, роды освободились и девственную освятились и утробу рожеством Твоим, вся тварь воспевай, тянявшего святый Бог наш на земле, мился и си, и человеки пожились и триорданские струи освятились и с небесе не спасла и святого Твоего Духа, и главы там огнездящиеся сокрушились и змеев, самого человека любче царю, приди ныне на этим святого Твоего Духа, освяти воду сию. Самого человека любче царю, приди ныне на этим святого Твоего Духа, освяти воду сию. Самого человека любче царю, приди ныне на этим святого Твоего Духа, и освяти воду сию. И даже благодать, избавление, благословение Иорданово, сотворение тени источник дан, освящение дар грехов разрешения, недугов исцеления, демонов губительству, сопротивну силам, неприступно ангельские крепости исполнену, да все почерпающие, причащающиеся имеют, к очищению душ и телес, к исцелению страстей, к освящению домов и ко всякой пользе изрядну. Ты бы, если Бог наш, и живодой, и духом обновивый, и обветшавший грехом естество наше, ты, если Бог наш, водой потопивый, приной грех, ты, если Бог наш, и же морем свободивый, от работы фараона Моисеем, род еврейский, ты бы, если Бог наш, разразивый камень, в пустыне потекуша воды, и потоцы наводнижася, и жаждущие люди Твоя, насытивый Ты, и си Бог наш, и живодую огнем применивый, или ею Израиль от прелести Ваалавы, сами ныне, Владыко, освяти воду сию Духом Твоим святым, сами ныне, Владыко, освяти воду сию Духом Твоим святым, сами ныне, Владыко, освяти воду сию Духом Твоим святым, и дашь всем прикасающимся ей, и причащающимся, и мажущимся ей освящение, здравие, очищение и благословение. Спаси, Господи, и помилуй великого Господина и Отца нашего, святейшего патриарха Кирилла и Господина и Отца нашего, блаженнейшего митрополита Ануфрия и Господина нашего, высокопреосвященнейшего митрополита Евлогия, и сохрани их под кровом Твоим, и в мире покори им всякого врага и супостату, дары им вся, яже ко спасению, прошение жизнь вечную. Да и стихиями, и человеки, и ангелы видимыми и невидимыми славится Твое, Пресвятое имя с Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Мир всем и Духу Твоему. Главы ваши, Господи, ви, преклоните. Преклони, Господи, ухо Твое, услышание, еже в Иордане креститесь, и изволи быть, и освяти мои воды, благослови всех нас, и же преклонением Своим и нас, дам работное брожение, и сподоби нас, исполнитеся. Освящение Твоего воды и все причащением, и да будет нам, Господи, во здравии души и тела. Ибо и все освящение наше, Тебе славу, благодарение, поклонение, воссылаемся изначальным Твоим Отцем, с пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Иордане, крещающийся Тебе, Господи, Троическое вися поклонение родителю было свидетельство Тебе, возлюбленного Тебя Сына именуя, и Дух в виде голубини, известно же слышите утверждение, я весь о Христе Боже, и мир просвещай слово Тебе. Во Иордане, крещающийся Тебе, Господи, Троическое вися поклонение родись, и Господи, же Тебе, возлюбленного Тебя Сына именуя, и Дух, и виде голубине, известного же слове все утверждение, явлейся, Христе Боже, и мир просвящай слово Тебе. Во Иордане, крещающийся Тебе, Господи, Троическое вися поклонение родись, и любовь во свидетельству Тебе, возлюбленного Тебя Сына именуя, и Дух, и виде голубине, известного же слове все утверждение, явлейся, Христе Боже,
имя просвети слово Тебе. О, не причащайся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение, Родителю Бога свидетельствуешь Тебе, от любимого Тебя Сына именуя. И Дух, иди голубение, и известное слове все утверждение, но есть о Христе Боже, имя просвящи слово Тебе. Я долго не кричаюся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение, Родителю Бога свидетельствуешь Тебе, возлюбленного Тебя Сына именуя. И Дух, и Голубиня, неизвестное совести утверждение, Являйся Христе Божие, имя просвящей слава Тебе.
Господи, вернее же у нас Божие благодеяние, величество наших Бог прегрешений. И был человек нашим очищением очищается во Иордане, и день чести нетленную освящаемыми воды, головы змеевы, сокрушаем в воде, почерпим убу воду с весельем братьям, благодать Бога, верно почерпающим, невидимо подобает, подавается от Христа Бога и спас со души наши. Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Нижнейшую первую веслонейшую без сравнения Серафим, слава тебе, Христе Божие, упование наше, слава тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Ниже во Иордане креститесь, изволим от Иоанна нашего ради спасения. Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая своей Матери, святых славных всех вольных апостолов, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй ты, спаси нас, яко благи человеку любим. Аминь. Дорогие братья и сестры, всех вас витаю с этим еще раз праздником, Богоявлением. Так уже и прошли наши святки. Сегодня останній день, и третий, как мы співаємо в колядці, а еще третий праздник, святе водохреще. Тому бережіть себе від гріхів. А де, звісно, що нема людини, яка жила і не согрішила, старайтесь їх сповідувати, причащайтесь частіше в храмах Божих. Пийте цю святу воду, хай вона буде вам здрав'я тілу, спасіння вашої душі. Сьогодні нас, бачите, вірія, радость, сьогодні благодать Святого Духа нас зібрала на цьому істочнику, на цьому ставку нашому, як ми називаємо, Збицьким. Тому ті роки ми освящали в Радьківці. І я думаю, ми подумаємо, щоб, знаєте, бо, знаєте, де хто скаже, о, в Радьківці, а в нас що не освящається? Так тоді, знаєте, тоді потрібно, а хтось скаже, і в мене там є колодязь у дворі вибив, може і мені освятити. Ми, звісно, що хотіли би всіх оберіг, але по можливості фізичній ми не зможемо. Тому ми подумаємо, що може зробимо, щоб один рік в Радьківці, один рік в Стецківці. Але щоб завжди, браті і сестри, там, де мир і любов, там і Господь, повірте. А там, де немає миру і любві, там Бога немає. Бо Бог є любов. І хто перебуває в любві, той перебуває в Бозі. Благодарю всіх, хто сьогодні потрудився на цьому місці, щоб зробити такий прекрасний крест, цю і вирізали. І украсили, тому і хто сьогодні буде вконатися, теж з молитвою це робіть. Не просто, знаєте, бо ми часто, це чисто там для весілля, але коли ми підходимо до святині з вірою і до священної води, то Господь завжди нам допомогу і в здрав'ї буде, і душі, і тіла. Хай Господь вас всіх благословляє, благословення Господня на вас, того благодатію і чоловіку любі. Всі дани мені прісно і в обіки віков. І Божі благословення на окунання з молитвою з Богом. Так, можна по чуть-чуть трошечки сюди, щоб менше там було народу, бо зараз усі як зійдемося, не знаю. Оглянуйся землю, Син Божий, народився. Дайте спори, по всі килима ми радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився, ой, велика мачі, ярої пшениці радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Прийдуть до тебе три праздники в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, цей праздник, Рождество Христове, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився.
а що другий праздник святого Василя, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. А що третій праздник, святе водохреща, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. А святкує з нами вся наша родина, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Вся наша родина, повна Україна, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. А на цьому слові бувайте здорові, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Господи, Троице скорейся поклонение, родите вас, дети, старше тебе, возлюбленного Тесня именуя, и дух, и голубине, известно ваше словесе утверждение, являйся в Христе Боге, и мир просвящей слова. Величаем Тя, живодавче Христе, нас ради ныне плотью крестившегося. Еще раз с праздником, храни всех вас, Господь. Ну, вот уж, брат, да? Стекать во холод. Сережа, гуйки! Thank you.
Thank you.